Вот эта книга называется «Секретный лексикон». Обложка такая, даже не похожа на книгу. Некая просто такая коробочка или шкатулочка. А так мы ее открываем. И здесь зашифрованная надпись. «Секретный лексикон». Вот. Ну и вся история в том, что здесь рисунки и зашифрованные буквы. С какими-то тоже надписями такими. Вот. И вот так вот мы ее перелистываем. И тут много всяких рисуночков таких необычных. Вот. И потом, когда мы дошли до конца, мы ее вот так вот можем вытянуть. И вот она вот так вот превращается в такую вот раскладную книжечку. Все две веревочки закрываем на крючках. Вот так чик. И получается вот такая книга. Такая же вот есть треугольная. Это уже, если это называется секретный лексикон, а вот это запретный сонник Агафона. Агафон, который записывает свои сны. Здесь тоже треугольная книга, буквы плюс рисунки. На каждую букву свой рисунок. Его иллюстрации, его снов, как бы, ну, формально. И вот она тоже превращается в такую вот. Открывается и закрывается. Я пытался объединить многие виды искусств. Ну вот скульптура, рельеф, барельеф, живопись, графика, буквы, то есть какая-то каллиграфия. И еще и текст, потому что эта же книга есть еще и с текстом. То есть тут история вот его этих снов, вот этого самого Агафона некоего. Вот. Ну и вот если так сразу перейти, то книги бывают еще вот такого плана. То есть это поп-ап бук. Это направление называется поп-ап, когда книжка раз превращается в картинку, в такую объемную. Вот. Это вот сам вот этот вот книга приборов Агафона. Ну, вот они вот такие вот. И тоже она закрывается, превращается в книжечку.